В Беларуси расширили список абитуриентов, которых могут зачислить в ВУЗ вне конкурса и без экзаменов. Однако отметки в аттестации по профильным предметам должны быть не ниже 8 баллов, а по остальным минимум 7. Также необходимо иметь рекомендацию от педсовета. Изменения начнут действовать с 2023-го. В стране обновили карту запретов на посещение лесов. Теперь ограничения действуют в 50 регионах. Сейчас без проблем находиться на территории массивов можно только в Витебской области, Могилевской, Стоп-Листе, по-прежнему Хотинский и Костюковичский районы. В республике стартовала профилактическая акция «Не оставляйте детей одних». Движение пройдет в 2 этапа. Сначала спасатели расскажут о безопасности в местах массового пребывания людей. Затем сотрудники МЧС отправятся в медучреждение и учебное заведение. В Беларуси появится республиканская электронная база аппаратов УЗИ, МРТ, КТ и рентгена. Программа сможет обрабатывать, передавать и хранить снимки из всех медучреждений страны. Такая платформа будет востребована во многих направлениях медицины – от кардиологии до хирургии. В Бобруйском районе в аварии пострадали 3 человека. 57-летний водитель ВАЗа не уступил «Фольксвагену», который ехал по главной дороге Минск-Гомель. В результате ДТП пассажиры обоих авто госпитализированы с травмами.